Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Диана Станкевич. Смотрите сейчас. Без пяти минут лета. Спасатели рассказали, все ли пляжи откроются в этом году и как отдохнуть без последствий. Основная причина гибели на воде – это распитие спиртных напитков. Городские цветы. В Бобруйске высадят 500 000 пестрых растений. Мне нравятся тюльпаны и розы. Где посмотреть живые композиции? Капслей с огоньком. Поклонница азиатской культуры удивляет экстравагантными костюмами. Моя семья полностью меня поддерживает. Какие сюрпризы кроются в ее гардеробной? А также поколение победителей и ЦТ перенесли. И майская стужа. Когда в стране потеплеет? В стране выписано свыше 8160 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Лаборанты провели более 308 000 тестов. Между тем, правительство Китая направит в Беларусь очередной гуманитарный груз. Его доставят тремя партиями. Первый самолет приземлится в Минске уже завтра. На борту реагенты и тест-системы. Позже доставят респираторы, хирургические маски, защитные костюмы, очки, термометры. Активисты Красного Креста продолжают помогать пожилым людям на самоизоляции. Волонтерский центр запустил онлайн-проект «Анти-COVID-19». Добровольцы проводят тренинги, рассказывают про меры профилактики во время пандемии. Спасибо врачам. Союз офицеров записал специальную видеооткрытку в поддержку медиков. Дарите женщинам цветы, дарите женщинам улыбки, дарите женщинам стихи, прощайте женщинам ошибки. Белорусский союз офицеров города Бобруйска в нашем лице выражает вам огромную благодарность за ваш труд в борьбе с чумой 21 века. Есть такая профессия – Родину защищать. Обычно эти слова относились к кадровым офицерам, но сегодня они уже актуальны и для вас. Прибавка из-за пандемии, финальный список и сроки вступительной кампании изменили, когда пройдет первая ЦТ. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Имена всех кандидатов президента Беларуси назовут в июле. С 21 мая по 19 июня члены инициативных групп будут собирать подписи. Центр избирком проверит подлинность автографов в течение 20 дней. Ранее стало известно, что выборы пройдут 9 августа. Участки заработают на 5 дней раньше. На следующей неделе правительство доработает второй пакет мер по поддержке населения. В частности, белорусам с неполной занятостью и небольшой зарплатой могут доплатить из бюджета. В Беларуси сместят сроки вступительной кампании. ЦТ вместо 13-го стартует 25 июня. Изменения могут коснуться и выпускных экзаменов в школах. Тем не менее, учебный год завершится, как и планировалось, 30 мая. В Могилевской области стартует творческий конкурс «Я б спасатели пошел». Юным участникам нужно шить костюм, либо украсить коляску или велосипед в стиле МЧС. Сделать несколько фото, записать короткое видео и прислать в районный или городской отдел до 22 мая. Детские лагеря начнут работать 15 июня. А вот школьные примут мальчиков и девочек уже в первых числах месяца. Количество мест будет зависеть от желающих. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзивные кадры? Корреспонденты «Бобруйск-360» готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Цвет настроения зеленый. В Бобруйске высадили 1500 000 цветов. До конца сезона улицы украсят в общей сложности 500 000 пестрых растений. Максим Кембель оценил размах. Навсегда завладели вы сердцем моим. Бегонии, тюльпаны, альтернантеры. Бобруйск цветет и пахнет. Город на Березине украсили более 150 000 разноцветных растений. Перед посадкой мы наносим рисунок, а потом, соответственно, высаживаем цветочную рассаду. И ухаживаем за ней. 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Рядом алая звезда. Живая композиция украшает холм возле цитадели. Пестрые картины радуют глаз на парадном въезде в город. Слова с цветов появились возле Первомайской администрации. Экологичные яркие виолы теперь украшают центральную площадь. Здесь больше 200 цветков. Эти растения создают необычный эффект. Клумбу словно припорошила снегом прямо в середине мая. Жители оценили старания озеленителей. Конечно, красиво. Нам это приятно. Мне нравятся тюльпаны и розы. В этом сезоне в Бобруйске вырастет еще 350 000 цветов. Работы закончат аккурат ко дню города.
Максим Кембель, Максим Галенко, Бобруйск, 360. 3 недели до лета спасатели рассказали, какие пляжи откроют для купания в этом году. В зеленом списке песчаные дюны на Центральном и в 6-м микрорайоне. Разрешили купаться в озере у спортивно-оздоровительного комплекса «Шинник» в районе Здравницы имени Ленина. В стоп-листе все водоемы Бобруйского района. Сотрудники МЧС на воде обращают внимание: за плавание в запрещенном месте штраф до 80 рублей. Меры безопасности превыше всего. Первое – это не оставлять детей у воды без присмотра, не допускать шалости на воде. Не заплывать за буи, обозначающие границы заплыва. Даже если мелко, то за буями проходит фарватерный ход, где проходят катера, гидроциклы с большой скоростью. Основная причина гибели на воде – это распитие спиртных напитков. Пластика с перевоплощениями. Светлана Степанова не похожа на своих ровесниц. Увлекается косплеем. Поклонница азиатской культуры сейчас вовсю готовится к предстоящему осеннему фестивалю в Минске. Чем девушка удивит публику в этот раз, узнала Анастасия Похлёстова. В сентябре в Минске пройдет фестиваль восточно-азиатской культуры «Хиган». Участвовать в нем собирается и бобруйчанка Света Степанова. В 2019-м девушка уже завоевала 2-е место с образом Мэй из компьютерной игры Overwatch. Костюм оценил посол Японии в Беларуси Такунага Хироки. На «Хиган» я готовлю вот этот костюм, который сейчас на мне. В нем еще много деталей недоделанных, много непроработанного образа, отыгрыша. Но когда я его полностью доделаю, я буду уверена и буду готова. Юникон. Это фестиваль намного масштабнее и обширнее, поэтому, соответственно, костюм я буду делать намного больше и намного сложнее. Девушка увлеклась азиатской культурой 3 года назад. Будущая профессия тесно переплетается с ее хобби. Поклонница перевоплощений учится на 2-м курсе технологического колледжа. Мастер оценила работы ученицы. Девочка, она очень способная, очень талантливая, очень умненькая. Терпеливая. Она мне показывала свои видео, показывала свои фотографии. По качеству исполнения не могу сказать, потому что фотографии довольно маленькие были. А как внешний вид и как дизайн я, в принципе, оценила, да. Один образ – месяц кропотливого труда за швейной машинкой. Однажды, признается Света, чтобы воплотить идею в жизнь, понадобилось в 3 раза больше времени. Костюмы помогает шить мне моя тетя, за что я ее очень благодарна. Мы с ней вместе продумываем образы, мы с ней вместе закупаемся, отмеряем, она снимает с меня мерки, и тогда мы приступаем к пошиву. Иногда девушка выходит в костюмах на улицу. Прохожие оборачиваются, подходят сфотографироваться, порой осуждают. Моя семья полностью меня поддерживает в моем увлечении. Да, были какие-то моменты, сомнения, но потом они просто смирились и начали полностью меня поддерживать. Долгожданный фестиваль «Юникон» должен пройти в конце октября. «Хиган» запланирован на 19 сентября. Прошлогодний фест собрал более 1000 поклонников аниме. Анастасия Похлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. История в лицах. В Бобруйске наградили участников конкурса рисунков «Я помню, я горжусь». Творческий марафон посвятили 75-й годовщине Великой Победы. Юные художники из-за студии «Радуга» отправили сразу несколько картин. Жюри отметило сразу 2 произведения. Арина Орешко получила диплом за полотно «На границе войны и мира». У Елизаветы Снежник 3-е место. Девочка запечатлела на холсте образ воина-освободителя. На создание данной работы меня вдохновил подвиг советского солдата Николая Ивановича Масалова, который спас 3-летнюю немецкую девочку. В Германии в Трепов-парке установлен памятник этому солдату. В этом году не приглашали специально номинантов, лауреатов на награждение в город Минск, а сами представители Министерства обороны выезжали в те города, из которых дети были победителями. Серый небосвод. Днем в Бобруйске столбики термометра еле дотянули до 12 с плюсом. Вечером ветер местами разгонялся до 10 метров в секунду. Ночью и вовсе обещают заморозки. Надолго ли тренд, уточнила Кристина Арианц. Тепло, но пасмурно – девиз последних дней. И кажется, что солнце выглянет не скоро. Постоянными спутниками прогулок стали зонты и сковывающие движение куртки. Синоптики советуют одеваться теплее как минимум до конца недели. Активные атмосферные фронты вытеснили теплый воздух за пределы Беларуси. Марокко засыпало песком. Центральную часть страны накрыла пылевая буря. У местных жителей появился веский повод записать сторис для соцсетей. Правда, автомобилистам пришлось нелегко. Видимость на трассах упала до нуля. Индонезию, наоборот,
практически смыло с лица земли. Из-за сильных ливней резко поднялся уровень воды в реках. Несколько сотен домов снесло потоками. Пострадали минимум 5 человек. Май без прохлады не май, так говорили еще наши предки. Тем не менее, в середине месяца высаживали огурцы и тыкву. Ориентировались на птиц. Если в ночь с 14 на 15 пели соловьи, лето не за горами. Завтра в городе ожидается переменная облачность без осадков. И все же влажность сохранится на уровне 80%. Атмосферное давление будет держаться у отметки 760 миллиметров. Ветер западный, иногда порывистый. Ночью столбик термометра покажет от 3 до 5 тепла. Днем воздух прогреется до 15 со знаком плюс. Кристина Ирьянс, Максим Галионко, Бобруйск 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за нами в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!